Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поздравили с Новым годом работников инфекционного отделения Одинцовской областной больницы. Вместе с молодогвардейцами и благотворителями партийцы привезли врачам витаминную помощь – 3 ящика гранатов и 30 килограммов мандаринов. Поздравления врачей, которые принимают пациентов с коронавирусом – одна из акций партии, приуроченных к зимним праздникам, Новому году и Рождеству.